Поход в пятерочку, лучшая халва в шоколаде. Покупал себе какую-то еду. И на кассе забрал... Я шел в магазин в пятерочку, покупал себе какую-то еду. И на кассе забрал пакет, все, прихожу домой. И смотрю, у меня лежит халва в шоколаде. А я ее не покупал. И я понимаю, что я взял на кассе, какая-то девушка за мной, которая была, она уже начала кидать продукты, знаете, я просто машинально вижу халву в шоколаде, беру. И я реально взял чужую халву в шоколаде. Шок, конечно, блин, 120 рублей, между прочим, стоила пачка тогда. Жесть, мне так стыдно было, капец.